Добрый день! И мы с вами продолжаем нашу суставную гимнастику с растяжками. Так, приготовили, что у нас под рукой может быть, или гантельки, или бутылочки, похожие на гантельки, чтобы какое-то было легкое тягощение. Ну, можем еще положить полотенчика, кому тяжело голову держать на полу, можем подкладывать под голову. Внимание! И потихонечку начинаем. Давайте разминочку сделаем. Выпрямим ножки, встряхнемся, расслабим их чуть-чуть. Теперь они немного у нас пошире. Носочки стоп положим вовнутрь и разведем их в стороны. Вовнутрь и в стороны. И вот такими движениями набираем 20 раз. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 и еще 10 разиков. Разводим, сводим, разводим, сводим. 8, 9, 20. Хорошо. Встряхнемся. Сгибаем в коленках ножки. Поставим чуть пошире. А теперь будем колени опускать в одну сторону и мягко в другую. И вот таких 15 перекатов больших. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и еще 5. 1, 2, 3, 4 и 5. Хорошо. Давайте немножко ножки расслабим, встряхнем. Опять их согнем, поставим так же, как мы поставили раньше. А теперь одно опустим коленочку, а потом вторую. А вторая коленка старается держаться вверху, не ложиться в сторону. И также 15 повторений. Вот такими перекатиками попробуем сделать также 15. Хорошо, еще 5. Раз. 2, 3, 4 и разочек 5. Хорошо. Выпрямили, встряхнулись. Так, теперь соединяем стопы вместе, коленочки в сторону. Значит, кому тяжело держаться за голеностоп, может руки поставить за спину. И будем делать такие вот перекаты, кататься на ягодичных мышцах. Вот такие перекаты. Вот. Вот таких 15 повторений. Кому легко, то держится за голеностоп и также катается в одну сторону, в другую. Вот такая кукла-неваляшка. Вот. Чтобы коленка доставала до пола. И 15 перекатов на ягодичных мышцах. Катаемся, катаемся. 3, 4, 5. Хорошо. Опять разгибаем ноги, расслабляем их, встряхиваем, отдыхаем. Так. Сейчас мы с вами мягко ляжем на спину, перекатимся. Вот таким образом. Хорошо. Одну коленку подтягиваем к себе, вторая нога будет прямая. Поддержим коленку ближе, как можно ближе к себе прижать. И покрутим стопой 5 раз в одну сторону, 5 раз в другую. И еще раз в одну, и также в другую. Хорошо. Опускаем эту ногу, берем вторую. И то же самое, держим возле себя как можно ближе. И покрутим стопой в одну сторону 5 раз и в другую. И еще раз в одну, и также в другую. Хорошо? Отпускаем ногу. Теперь перевернемся на бок. Кому легко, тот берется за голеностоп и коленочку уводит за спину. И вот таким образом поддерживаем. Подтянем переднюю часть бедра ноги.
Кому тяжело, берется чуть-чуть под коленкой и старается также завести коленку за спину. Поддержим немножко с одной стороны. Вот, чтобы потянулось бедро. Перевернемся. Кому легко, тот берется за голеностоп и уводит коленку за спину. Кому тяжело, руку немножко ближе к коленке и попробовать потянуть ее. И поддержим. Хорошо. Отпускаем. Так. Немножко встряхнемся, отдохнем. Можно попить водички, кофейку, 3 глоточка. У кого что под рукой. И начнем делать упражнение. Ложимся на спину. Мягко перекатываемся. Руки ложим ладонями в пол. Коленочки будут не вместе, а немножко разведены, но пятки оторваны от пола. И коленки смотрят в потолок. Теперь на раз разгибаем ноги, на два разводим, на три сводим, на четыре сгибаем. Внимание, готовы и начинаем. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И сделаем таких 15 повторений. 5. Раз, два, три, четыре. Это 6. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И осталось еще 5 раз. Еще 3. И разочек. 2, 3, 4. Хорошо. Немножко отдохнем чуть-чуть, встряхнемся ножками. Теперь ножки поставим чуть пошире и будем делать пресс. Немножко плечики вперед подали и ручками будем поочередно, посерединке, как боксируют боксеры, мы также будем на выдохе тянуться ручками. Внимание, 20 разиков. И ха, на выдох, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Хорошо положили ладони. Ручки в сторону, ладонями в пол, соединили коленки, пяточки и опускаем в одну сторону коленки, потом в другую. И вот так вот поочередно набираем 10 раз. 4, 5, 6, 7. Сделаем 10 раз и сразу еще раз такой же прессик сделаем на 20 повторений. 9, 10. Хорошо. Разводим ножки. Чуть шире плеч, чуть-чуть вперед согнулись и на выдохе. Ха, ха, ха. И набираем 20 раз. Выдох, выдох, выдох. 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Хорошо. Ложимся. Подтянули коленки к себе. И поддерживаем, отдыхаем. Кому тяжело две держать, держим по одной. Одну подержите, потом также вторую. Кому легко, то держит две коленки. Отдыхаем. Хорошо. Немножко отдохнули. Сейчас немножко приподнимемся. Становимся на коленки, на ладошки. Ладошки мы разводим в стороны и чуть-чуть пошире ставим. Будем делать круговые движения туловища через ручки. Я вам покажу сейчас. На вдохе опускаемся, прокатываемся на другую, выдох наверх. Вдох, выдох, вдох, выдох. Сделаем 7 раз в одну сторону, отдохнем 7 раз в другую. Внимание!
И начинаем с любой стороны. На вдохе опускаемся, перекатываемся, выдох наверх. И крутим такой вот кружочек. И крутим круг. Три, выдох, вдох, выдох, четыре, пять, шесть, семь. Кому легко, можно делать побольше. Садимся на пяточки, руки спереди, немножко потянемся, отдохнем. Так, хорошо. Опять становимся, а теперь в другую сторону. Вдох, выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох. Три, четыре, пять, шесть. И разочек. Семь. Хорошо. Садимся опять на пяточки, руки спереди, прогибаемся, тянем плечи вниз, кому-то грудью хотим достать пола. Отдыхаем. Так, ложимся на живот. Одна ручка уходит под голову, вторая ручка не в сторону, не вперед, а наискось. Разворачиваем ладошку мизинцем в потолок. И будем делать подъемы одной рукой в потолок на выдохе. Вот таким образом. Сделаем 20 раз с одной, 20 раз с другой. Внимание! Ручка под 45 градусов. И начали. Выдох, выдох, выдох. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Хорошо. Поменяли ручки под голову. Вторая наискось. Мизинцем в потолок. И начали на выдох. Ха, ха. Три, четыре, пять, шесть. 7, 10, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Хорошо. Ложим руку под себя, вторая сверху, потянем одну руку. Кому легко было, может взять гантели в руки, махи делать. И также вторую. И немножко отдохнем. Хорошо? Пока отдыхаем, порастягиваем ножки. Вот когда делали это упражнение, можно было взять гантели в руки и также делать махи. С одной руки и также с другой. Но кому тяжело, без гантелей. Кому легко, вот можно взять бутылочку или гантельки. Так. Сейчас мы немножко отдохнем, расслабимся. Сделаем небольшую растяжку. Одна нога будет прямая, вторая на пяточку ставим. И вот к прямой ноге делаем легкие наклоны. Пять наклонов делаем и будем удерживаться внизу. И поддержим. Четыре, пять. Хорошо. И стараемся подержать. Кому тяжело, может руками взяться за ногу, немножко себя прижать вперед. Потянуть вперед себя. Поддержим, поддержим. Хорошо. Отпускаем. Встряхнемся. Но не уводим ее никуда, оставляем на месте. А вот вторую сгибаем и заводим за спинку. Но это для тех, кому легко. Кому тяжело, просто сгибает перед собой. И продолжаем дальше делать наклоны. Пять наклонов и опять будем держать. Кому легко, тот коленку уводит. И вот на таком барьерном седе делаем растяжку. И подержим. Старайтесь, чтобы руки становились на локоток, на локоть. Вот, локтями прижиматься к полу. И поддержим. Кому тяжело, просто держится. Но тянемся, тянемся. Так. Хорошо. Выпрямляем ножки.
встряхнуться. Давайте такой же кружок сделаем с другой. Значит, другая нога будет прямая. Это уводим чуть в сторону и на пяточку. Так. И к этой наклоны делаем. 5 наклонов и держим. 3, 4 и 5. И стараемся удержаться. Кому тяжело, держится за ногу. Кому легко, тот уходит на локти. И поддержим, поддержим. Хорошо. Мягко поднимаемся. Уводим ножку за спину. Для тех, кому легко, тяжело, просто возле себя согнуть. И продолжаем опять наклонами, 5 наклонов вперед и остаемся внизу, 4 и 5. Значит, для тех, кому легко, ставить локти на пол, кому тяжело, просто придерживается руками за ногу. И старайтесь тянуться, старайтесь, тянитесь, тянитесь. Возвращайте свою молодость организму. Поддержим, поддержим. Так. Хорошо. И тихонечко вернемся. Разгибаем ножки. Встряхиваем, отдыхаем. Хорошо. Теперь подтянем коленку к себе и положим ее в сторону. Вот, пускай она полежит, привыкнет. Кому тяжело, тот может на руку опереться и потолкать ее коленкой в пол. Вот туда ее, вот туда. Пусть она там привыкает лежать. Поддержим, поддержим. Кому легко, просто держит. Вот, сейчас немножко она чуть-чуть привыкла. А наша задача с вами сделать наклоны к прямой ноге. Значит, кому тяжело, может просто держаться, себя наклонить. Кому легко, тот делает наклоны 5 и старается также придержать себя возле ноги. 4, 5. И держим. Кому тяжело, просто держит легкий наклон. Поддержим, поддержим. Отпускаем, поднимаем коленку и разгибаем ногу. Молодцы! Даже если не так получается, как хотелось бы, в любом случае вы уже молодцы, то что растягиваетесь, тянетесь. Продолжаем дальше. К себе и положим в сторону коленку. Опять же, заставляем ее привыкнуть, чтобы она лежала. Кому тяжело, тот может на руку опереться, потолкать ее. Кому легко, просто подержите немножко. Так. Пусть немножко привыкнет. Так. А теперь к прямой ноге сделаем наклоны 5 и поддержим также. Для тех, кому легко, просто ложиться на ножку, локтями на пол. Для тех, кому тяжело, возьмите за коленку, за голень и легонечко себя натяните вперед. Удерживаем, удерживаем. Как минимум делаем по 20 секунд. Идеально, конечно, по минуте все делать. Но просто если будем делать по минуте, у нас времени не хватит на все это растяжками. Так. Хорошо. Поднимаем коленку, разгибаем ногу и встряхиваем ножки. Так, молодцы. Сейчас попробуем сделать так называемое упражнение косичка. Есть маленькая, есть большая. Давайте попробуем с большой поработать. Значит, одну ногу ставим, заводим пяточкой за коленку прямой ноги. Так. Кому тяжело, руки за спину. Я буду показывать, кому тяжело. Руки за спину,
перекатимся на ягодичных мышцах чуть-чуть в сторону, подтягиваем пяточку к себе. Хорошо? Берем рукой за коленку и стараемся к ней прижаться, поддерживая себя рукой со стороны. Если легко, двумя руками прижаться и держим. Кому легко, захватывает под локоть коленку, второй рукой уводит за спину и разворачиваем плечи, смотрим за спину. И стараемся поддержать. Возвращаемся, разгибаем ноги, отдыхаем. Вот это большая косичка. Давайте попробуем с другой ножкой сделать. Ручки уводим за спинку, показываю для тех, кому тяжело делать. Кому легко, тот сам спокойненько будет делать. Так, ручки за спинку, поставим пяточку за коленку, перекатимся в сторону, сгибаем нижнюю, захватываем коленку и подтягиваемся грудью, придерживая себя рукой со стороны. Для тех, кому легко делается, подхватывает коленку рукой, вторая рука уходит за спину и поворот плеч, а потом головы. И поддерживаем. Сгибаем ноги, встряхиваемся, отдыхаем, попьем водички, три глоточка или кофе и настраиваемся сделать упражнение дальше. Так, попили, отдохнули. Хорошо. Смотрите, сейчас будем делать следующее упражнение. Выходим на коленки, на ладошки. Одну ножку вытягиваем назад, ставим на носочек и ложим на внутреннюю поверхность стопы. И теперь на выдохе по полу подтягиваем коленочку к плечу, ну, к руке. Выдох. Выдох. Вот таких сделаем 15 раз. Значит, кому легко, тот делает через верх. Через верх, к плечу. На выдохе к плечу. Внимание. Кому тяжело, по низу тянем. Выдох. Выдох. И 15 повторений. Ха. 3, 4, легко через верх тянем, через верх тянем. Кому тяжело, тянем стопой по полу. Вот, ну чтоб коленочка была в стороне. И еще 5 раз. Раз. Выдох. Выдох. 4, 5. Хорошо. Немножко отдохнем чуть-чуть. Посидим на пяточках, на ножках. Отдыхаем. Так. И давайте сделаем с другой ножки то же самое. Уходим на коленки, ладошки, носочек в сторону другой ноги. На внутреннюю часть стопы ставим и подтягиваем коленку. Внимание. И на выдохе. Ха. Три. Кому легко, тот через верх тянет. Через верх. Ха. Ха. Или попом, кому тяжело. И еще 5. Выдох. 2, 3, 4 и 5. Хорошо. Немножко отдохнем. И ложимся на живот. Ложимся на живот. Руки положим под голову, ноги немножко разведем пошире и будем их сводить. Выдох будет, когда пяточки будут соединяться. Выдох, выдох, выдох. Но при этом коленки немножко приподняты от пола. И сделаем таких 30 раз. Внимание. Приподняли ножки и на выдохе. Ха, 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 ха. И набираем 30.
10. 20. 30. Кому легко, может делать 50. Молодцы. Опять немножко расслабим спинку, посидим на пяточках. Хорошо. Отдыхаем. Так. Следующее упражнение. Вот нам хорошо было бы, конечно, сделать с бутылочками воды или с гантельками, кому как удобно. У кого нету, ничего страшного, можно и без этого. Вот. Также можем использовать всегда под рукой полотенчика. Сейчас ляжем на спину. Всегда можно использовать, кому тяжело голову держать на полу. Ложимся. Я покажу вам, как это делается. Вот. Очень удобно, комфортно себя чувствуете. Теперь поднимаем руки наверх. Ножки согнутые. Теперь одна рука уходит за голову, а вторая уходит к ногам. И вот такая смена рук. Сделаем 30 повторений. Внимание. И пошли. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Кому легко, тот может делать 50 раз. Ручки разводим в стороны, немножко отдохнем. Так. Сейчас мы гантели поставим в сторону немного, потом нам еще раз пригодятся они. Хорошо. Сейчас уходим. Такая поза сфинкса. На коленках. Встанем на локти. И 15 раз сделаем подъемы на ладони. Выдох. Выдох. Кому легко, может вперед продвинуться и также сделать подъемы. Кому тяжело, локти к себе поближе. Внимание. Начали. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Сразу переворачиваемся на спину. Берем гантели или без гантелей. Поднимаем руки наверх, ладони смотрят вперед. Сгибаем руки, вдох, на выдохе разгибаем. Локти смотрят в потолок. Наша задача 25 раз сделать разгибание рук. 7, 8, 9, 10, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 20 и еще 5. Кому легко, может доводить до 50. 4, 5. Хорошо. Гантельки ставим. Берем за локоть руку, тянем через грудь, растягиваем руки. С одной потянем. И также потянем с другой руки. Отпускаем. Так. Сейчас выпрямляем одну ногу. Вторую пяточкой поставим на коленку. Руки разводим в стороны, ладошками в пол. Теперь делаем коленку, опускаем в противоположную сторону. Аккуратненько на вдохе опустили. Сделали выдох. Выдох внизу и произвольное дыхание. Рукой можно положить на бедро, чтобы придержать его. И держим, растягиваем поясницу. Поддержим бедро, поддержим.
на вдохе, опустили ногу. И то же самое давайте сделаем с другой. Вторую ногу ставим на коленку. Можно сразу рукой взять и повернуть себя в противоположную сторону. На вдохе сделаем выдох внизу и произвольное дыхание. Хорошо. И поддержим. Еще разочек, как мы начинали тренировку, поддержим коленку поближе к себе, с одной ноги. Отпускаем. То же самое с другой сделаем, поддержим. Теперь соединяем стопы, а коленки разводим в стороны. Ручки также можно положить в стороны. Теперь стараемся расслабиться и полежать в такой позе. В этом упражнении вы также можете доводить до минуты, до двух минут лежать в таком варианте. А мы потихонечку поднимаем ноги, расслабляемся, спинку расслабить, отдохнуть и потихонечку перевернуться и поднимаемся. Мы с вами сделали очередной комплекс наш. Я пожелаю вам всего хорошего и жду вас на следующих занятиях.